Блядь, повернись в эту сторону, заебал, ебаный, блядь, телефон. Блядь. Найс. Он повернулся. Куда можно съебнуть пиво еще попить? Maybe на Невский проспект. Или домой поехать и проходить ртутного человека плюс Bloodborne. Или пока пройти еще куда-нибудь пизды получить на Думской. How about no? Чем бы и нет? 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 Это хуйня. Это вокзал московский. Сапсаны здесь ходят. Там галерея, кстати. Хуйня, где покупаешь всякое говно. Плюс улица. Лиговский проспект. Лиговский проспект. Пафосное название. На Лиговском... А, на Литейном были менты, по-моему. Ментовский отдел челиков. Или что-то вроде того. Прикольные ролики. Учи пизды, пожалуйста. Да я и сам не против. А, повернись домой. Я не знаю как. Нет, я знаю, что в эту сторону нужно идти, кстати. Рилли, в эту сторону надо идти. Я зарядил телефон до 50%, ПОГ. И, блядь, он будет работать еще час целый, наверное. Час! Час! Здравствуйте. Так. Я бы пошел направо, например. Maybe. Красиво достаточно. Нужно хуйню, палку зарядить будет дома обязательно. Потому что она нормально работает, если работает. Когда она перестает работать, то она как залупа работает. Вообще ужасно. Меня смотрят как на дауна. В смысле, почему? Я не понимаю. Я хожу в шортах, maybe поэтому. Вот там чуваки за ручку держатся. Ну ладно, это женщина слева, окей. Я знал. Я не знаю, я хожу с палкой маленькой, ну типа, чего там такого-то, блядь, я снимаю видос. Тем похуй должно быть. Так. Я просто вперед пойду. Какая-то симпатичная тянучка мне улыбалась. Надо было сказать, а можно в жопу тебя выебать? Нет, нельзя такое говорить на первом свидании. Там уже ей было 12. Так. О, тут новый концерт. Хоба, хорош, братан. Хороши бомжи. Это Питер, детка. Хуетка, шлюхетка, залупетка. Да, супер. Кейкул в чат. О, он поет. Ебать, я буду подпевать. Это сплин. Все того же. Давай. Блядь, сколько можно ждать? Я первый зритель ваш. Не заставляйте меня ждать. Форхедер. Кстати, задоначу сейчас. Сколько у меня есть денег? 500 рублей. Бля, это слишком много. Это много или мало? Зависит от того, как он споет. Ибо там такая хипстерша ходит. И еще 11 рублей. Бля, мы ждем вас. Кстати, там хипстерша, там тянка на барабанах. Кудрявчик на бас-гитаре. Вообще им должно льстить то, что их снимают. Так что они должны даже стесняться, они должны наоборот радоваться. У них мораль должна, плюс мораль должна быть. О! Это беспечный ангел? Это беспечный ангел? Хорош бомж, я тоже рад. No one knows what it's like to be the bad man. Ебать.
Я себе был на концерт Олимпийских. No one knows what it's like behind them to be faded. Это брюшный вечер. Жопу другую женщину шлепнул. Пиздец. А вот она общая. Стремно, что я смеюсь перед этим лицом. Я буду здесь без смеха. А то я смеюсь, дурак. Я пойду кину один из Rebels'ов. Куда кинуть можно? Или кинуть 500 Rebels'ов? Я не знаю. А куда кидать-то вообще? Вон ноги. Красивая женщина. Блин, прошел мимо, и от кого-то вагиной запахло. Таким запахом дешевого одеколона. Это я пойду 500 скину. Супер было. Вы великолепны, неплохо. Я был на концерте Limp Bizkit, неплохо было тоже. Чуть еще будет, может быть, годное. Такая стесняшка стоит. Она спиздит мои 500 рублей. Может быть, мне стоило ей дать их? Ебать! Первый подошел, блядь, хули здесь все собрались. Yeah.
сумку или сумку, блядь. Я не знал куда, я не знал. Я что, каждый день деньги, блядь, музыкантам? Я не знал, как. Сори. Правда. Это не было неуважением. Ладно, если эта песня не супер-мега-крутая, то go дальше. Я, кстати, сайт захотел. Им неплохо. Че, чувак был гораздо ниже, чем Тянка. Уважение. Такой Тянки. Я, кстати, иду до метро, наверное. Я не знаю, куда вообще иду, в какую сторону. Может быть, тот шарит за эту хуйню, за город. К сожалению, у меня чат очень... Супер. Но на самом деле на байке я бы не хотел ездить, если честно. Так, до метро, но можно куда-нибудь повернуть и пойти пизды получить, или набухаться шотов в Селенанторе, плюс какую-нибудь шлянь зацепить. How about this shit? Хотя сегодня понедельник, по сути. Feels like I'm just too close to love you. Ди-ди-ди-ди. Вам петербрюшные вечерние стримы, которые будут почти каждый день этого лета. Хуй знает как, я все равно не узнаю, потому что у меня чат очень медленно доходит до телефона, потому что там больше 500 человек в чате. Просто, блядь, гигантское количество людей. Сапчат, может, надо будет врубать. Я буду носить с собой пауэрбанк, у меня дома валяется он. Я покупал еще в том году. На 20 тысяч миллиампер. Плюс все, больше нихуя ничего не будет. Ха! Feel like I'm just too close to love you. Сейчас я иду в сторону метро, вроде. Хотя хуй знает, похоже, что нет. Я не знаю, куда я иду, кстати. Я понятия не имею.
типа, я думал, что я иду в метро. Не понял. Ай, блядь, мне в другую сторону вообще. Надо полностью в другую сторону. Ебать. А что рядом вообще есть, интересно? Бля, я забыл, что мне абсолютно в другую сторону надо. Точно, мне же в сторону галереи. Мне же в сторону галереи нужно было идти, блядь. А я пошел в сторону хуй знает чего. От нее наоборот. Ну пиздец, сейчас меня выебут в жопу. Feels like I'm just too close to you. Магнитос. Тут же здесь воняет. Жестко. Тащит вообще, это Лиговский проспект. Так. Значит, до Невского супер далеко. Если честно, супер далеко. Надо перейти дорогу и пиздовать в обратную сторону, maybe. Это будет лучшим решением. Так. Наверное, мне нужно в обратную сторону. Нужно перейти дорогу, чтобы люди не подумали, что я ебнутый, что хожу туда-обратно. Кстати, вот переход. О. Можно зачетерить. Ай, блядь, нога болит, сломанная. Го зачетерим и пройдем как пидоры. Возможно, сейчас собьют, но похуй. Это будет судьба. Смотрите, велосипедист переходит дорогу пешком. Молодец. Стоп, пиздечь пока. Блять. Porsche Cayenne стоит. А, можно. Заебись. Тогда вот в сторону идем, до метро. Если кто-то знает, куда свернуть можно, где можно пиво, например, напиться жестко. Или еще какой-нибудь хуйни. Чтобы домой приехать, главное, сегодня, и в Bloodborne поиграть немного. Это было бы классно. Пока что неизвестно. Какая-то толстуха идет, пакетом машет. То есть она не извиняется за... Ой, блядь. Надеюсь, она не извиняется за то, что я назвал ее толстухой. Сори, я не хотел на вас наводить камеру, это палка сама наводит на ебальники. Так. Feels like I'm just too... В Питере забавно делать ТРЛ-стримы, даже просто вечером ничего не делая, по сути, просто ходя по улицам, потому что в основном одни нарки какие-то ходят, плюс поехавшие, плюс пидовки. Всякие музыканты и прочая хуйня такая прикольная, классная. Так. Я не знаю, я могу попробовать другой чат поюзать. До меня только сейчас дошли, вот только сейчас дошли до сообщения о том, что когда я предложил сообщат сделать, вот буквально через 10 минут, наверное, 5-10 минут после того, как я это сказал. Наверное, можно просто другое приложение поюзать. Там, наверное, получше будет чат. Old City Club. Блять, там какая-то жесть заиграла. Кстати, это слева теперь играет. Как раз там, где я иду. Окей, я, правда, ссать уже хочу, если честно. Блять. Найс, бегаешь. Тут папич. Она перестала бегать. Беги дальше. Бля, меня, надеюсь, не слышно же, да? Меня же не слышно, когда я говорю все это. Найс. Прикольная тянучка. Так. Квайет у нас здесь есть, там книжки ебаные всякие. Плюс игры всякие алкашные. Алкашные игры — нормальная тема. Чтобы телок разводить на плюс ебли. Невский проспект достаточно далеко, по-моему, потому что я на Литейном же сейчас. Ой, блядь, я где вообще? На Лиговском? А, нет, он близко, значит. Так. Я все равно не знаю, в какую сторону идти, потому что у меня телефон же снимает камерой. Снимает сейчас, в данный момент. А я не знаю, как пешком туда прийти, я потому что не ориентируюсь абсолютно по городу, как в играх. Я как в играх также не понимаю, куда идти вообще, без понятия просто. Ой. Мне нужно телефон взять, чтобы заюзать Яндекс.Карты
и пойти куда надо. У меня есть часы гейские. Но они вообще, бля, useless, по-моему, если честно. По сути, там можно что-то делать такое, но я не знаю как. В телефоне супер удобно. Я, кстати, не знаю, куда я иду вообще. Мне нужно было туда перейти. Блять. Пойдем, наверное, там переход. Старая, блядь, старая гвардия. Щелкунчик, ебать. Щелкунчик, ебать, старая гвардия. О, там Нирвана играет. Зря, наверное, ушел от этого чела. Я ему 500 рублей высадил. Правда, бомжи забрали у него их. О, тут чуваки тоже готовятся играть. Причем горячая достаточно женщина. Но они, не знаю, скоро ли. Может, они уже закончили вообще. Может, доебаться? Нет, нет, не стоит. Ну, не до них я хотел доебаться. Не до двух леди, а до певцов. Просто спросить, готовы ли они петь. Так. Переход вон там. Отлично. Ебать, камера сама поворачивается, куда моя рука указывает. Просто кого-то силой мысли поворачивают палку. Я не знал, что... Я думал, такие палки стоят хотя бы 200 тысяч. Не знаю, блядь. Как можно силой мысли разворачивать руку твою? Ну, видимо, за 200 тысяч палки супер долго без зарядки работают. Так, стоп. О, здесь можно побухать. Здесь, кстати, можно побухать. Бистрономика. О, стоп, это же лол, это же... Бля, а слева есть Хэротс, где мы с Кексом пили пиво недавно. Может, туда пойти? А нахуя мне это? Я один. Мне бы что-нибудь, что можно юзать, когда идешь пешком, чтобы не останавливаться, не делать паузы в ресторанах всяких ебаных кафе. Просто чтобы такой заюзал, ну, выпил, например, и пошел дальше. По Петербрюху. И завтра, например, тоже. Так. Короче, я перехожу. Я уже забыл, куда я шел, кстати. Так. Переход. Зура аппарату. Здравствуйте. Здрасте. Вас не напрягает это? Потому что люди ходят иногда, говорят, что это за херня у тебя в руках. Да, не, не, я просто турист из другой, с другой страны. Откуда приехал. Вы родом? Из Молдавии. Кишинев? Да. Там Душара, Сороки. Я на охоту там ходил с дедом. А-а-а. И потом Атаки есть, знаете, да, у вас город, где вот это живут, гагаузы живут. Да, да, да. Вот да. Я приезжаю сюда. А кто по национальности? Молдаванин. Молдаванин? Брати, уна деминация. Норок. Приехал, не знаю, почему. Зовут меня Ширзот. Меня Богдан зовут. Богдан, о, очень приятно. Вы как турист, да, приехали? Да-да, и все люди смотрят. К нам приезжайте в Самарканд, Катакурган, в Ташкент. Я приеду. Мы узбеки, мы гостеприимные, да. Я бы приехал к узбекам. Да. Вообще, было бы клево. Давайте тогда это, Богдан, да. Координатами поменяемся. Да. Позвоните, я вам сейчас имейл, у меня телеграм, ватсап. Имо, знаете, да, такая программа? Да, да, имейл программа, знаю. Да, да. Запишите. Не имея миллион долларов, имея миллион друзей. Миллион долларов? Миллион друзей. Да. Я думаю, что мы можем увидеться еще в Питере когда-нибудь. Да, правильно вы говорите. Счастливо. Счастливо. Удачи вам. Счастливо, удачи. Хорошего отдыха. Хорошего и вам тоже. Ебать, бежать надо. Ай, блядь, нога сломана, нахуй. Блядь, нахуй ты бегаешь, дебил ебаный. Так. Окей. Кстати, это слева вокзал. Слева вокзал, на котором я постоянно гоняю, например, в Москва-Бат. Он разъебанный был в том году, но сейчас его вроде починили. Ну, то есть, его отреставрировали, он более-менее сносно выглядеть стал. То заходишь, там дальше проходишь, там Сапсаныч и все такое. Справа... столб какой-то, бля, я забыл, как он называется, Георгиевский столб или какой-то, хуй знает, столб. Тупо столб. Это площадь Восстания. Одна из самых дрочибельных, дрочат на нее в Петербрюхе люди, на нее. Вот. Так. Прямо по курсу хуй знает что, я там не был никогда. Слева все еще продолжается вокзал, можно заходить даже здесь, через арку вон ту.
до сих пор играет музон откуда-то, блядь. Там где-то вообще. Может сходить туда. Тут был магазин. Забыл, как называется, шведский какой-то магаз. Он в том здании. Но я, по-моему, его закрыли. Стокман он называется, Стокман. Его вроде захотели закрыть. Я когда был, еще 4 года назад приезжал сюда. Еще не был стремлером, ничего такого. Мне дали карточку, но я никогда ее не видел, разумеется. Так. А там метро, наверное, в этой же круглой хуйте. Плюс... куда я шел вообще? Так, где я был? А, все, я понял. Я сюда, чтобы в метро попасть. Супер легко. Кстати, это не то метро, в которое я хотел попасть вообще. Я хотел попасть в другое какое-то метро, хз, не помню, где оно. А, это нужно идти дальше, вон туда, дальше галереи. Но я уже могу за галереей сходить. Блять, у меня зарядка 20%, сорян. Надо просто пауэрбанк взять и заходить в бар каждые 30 минут, заряжать. Хотя можно просто заряжать на ходу, например. Я все равно с рюкзаком хожу, как Патрик. Так. Это Лиговский проспект. Да? Все правильно? Там народ дохуя просто гоняет. Приходит через дорогу и все такое. Впереди галерея, слева метро. Но это выход из метро. Наверное, я сейчас скоро офнусь, чтобы поехать домой и играть в Mercury Man. Потому что метро слева от меня. Так, блядь. Колодец. Горе-горе, я на заборе. Я не наступил в него. Если бы я наступил, надо было, обязательно было это сказать бы. Если не скажешь горе-горе, я на заборе, если на колодец наступишь, то ты умрешь через минуту. Надо быть дауном, чтобы этого не сказать. Кстати, здесь по-любому должны еще играть какие-нибудь челики. Тут всегда возле галереи играют. Так. Но, как мы видим, нихуя никого нет абсолютно. Плюс мы можем пойти направо-налево, направо-впрямо и наебашиться там жестко. В О'Хулиганс, на Большой Конюшиной, например. Но это надо далеко, наверное, идти. Я, правда, забыл, где это, по сути. Так. Метро находится слева, друзья, кто не шарит. Вон оно. Вон оно, маленькие такие двери впереди. Я, кстати, не знал раньше, что это. В принципе, означает. Это галерея. Пойти бухать можно, например, прямо. Но зачем? Мне нужно пойти домой, чтобы телефоном, которым я сейчас снимаю, оплатить жетончик за 45 ребусов. Плюс поехать домой. Поэтому такие дела, наверное. Надо пиздовать туда. У меня нет кошелька, кстати. Он бы ничего не смог спиздить, этот челик. Был довольно прикольный чел. Доебался до моей аппаратуры, сказал, ебать, у тебя аппаратура пиздец. Я говорю, я не из этого города. Ну, вы сами все видели. Так. Давайте зайдем в метро. Тут жесткие какие-то рокеры. Crazy Mega Hell, йоу. Crazy Mega Hell, Руслан. Я, правда, не смотрел его. Там какая-то леди стоит справа. Неплохая. Летом заебись. Женщин очень много. Привнул чел. Схожу в метро. Ну все, я врубаю нахуй. Не, иначе меня сейчас зарежут здесь. Ну, типа, скажут, что я ебанутый какой-то. Охранник. Поэтому всем пока. Приеду домой, будем играть в... Блядь, звучит как залупка какая-то. Приеду домой, будем играть в Mercury Man плюс Bloodborne.